Как зовут тебя, хлопче? Проверяла тебя, Андрюшенька. А ты к нам какими судьбами? Да, я не белая и не пушистая. Но вас это абсолютно не касается. Понятно? Я женщина нежная, ранимая. Меня беречь надо. Ну и что? Она мне как на собаке заживает. И что теперь? Слушай, я же совсем забыла тебе сказать. Это говоришь мне ты? Женщину, которой в жизни не было ни любви, ни страсти. И ты хочешь сказать мне, что ты понимаешь лучше, чем я в мужчинах? Узнай, кто вовечный. Я не виноват, он сам ко мне приклеился. Ладно. Но вы тогда должны будете найти меня около входа. Сейчас приду. Со мной такие штуки не пройдут, понял? Хочешь шантажировать? Шантажируй асфальт. И еще, если я тебя здесь увижу, ты у меня не только из ресторана, ты у меня из Москвы вылетишь. Скажи мне, а если я останусь? Ты ко мне будешь заходить? Я заканчиваю в 5. Мне страшно на это пойти. Ну как я буду жить всю жизнь и не знать, от кого ребенок? В конце концов, ребенок не виноват, что его родители плохо работают. И я смотрю, ты человек дела. Ценю и уважаю, что ты себя ведешь как настоящий мужчина. Правда, ты у меня такой молодец. Мне жалко тебя. Ты не сможешь с ним жить. А любовь-то где?